Дорогие друзья, я не тот исполнитель, меня зовут Владимир Антипенко, а сейчас сюда приглашается группа «Птичный дворец», вот, собственно, играет, исполнитель и сочинитель музыки всего Михаил Никольский, группа «Птичный дворец». Вот. А меня зовут Владимир Антипенко, я руководитель театра, поэтому послушайте в Санкт-Петербурге. И вот мы этот проект сегодня делаем. Михаила Никольского обсудим, а теперь ему слово, собственно, Миша, привет. Обещали, что еще нам тоже будет стихи читать. Добрый вечер, с вами Птичкин Лев. Дорогие друзья, коллеги. Как бы обсуждать, наверное, даже не надо. Я обещал новые песни спеть и обману немножко. Но они все новые. Ничего себе погодкой, не фига себе зима. Я мешаю пиво с водкой, выезжаю из ума. За окошком снег пушистый, а на сердце соловьи. На душе легко и чисто, я бухаю на свои. Алкоголик не купается в деньгах. Шалалалалае, 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 шалалала. Не обвиняйте на безделье, я пахал бы так, что на. Пролетарского гнева.
разбавленная вот одной студенткой института культуры, которая тоже отлично.